Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» поприветствовали участников турнира по шахматам среди учащихся и воспитанников образовательных организаций города Голицына и Больших Вязем. Турнир прошел на площадке Голицынской школы номер 2 в рамках образовательного проекта «Шахматы в школе». Победителями в своих возрастных категориях стали Дмитрий Соболев, Степан Галухин и Даниил Дергунов. Лучший результат среди дошкольников показал Иван Шанин.